социальных сетях завелся кот Максвелл, который путешествует по району и терроризирует других кошечек. Видео с питомцем размещает на платформе TikTok его хозяин. Первые ролики с животным появились в апреле этого года. И с того момента на страницу подписалось более 2 миллионов человек. За проделками Максвелла подписчики наблюдают с помощью камеры на его ошейнике. При этом, как выглядит сам кот, никому не известно, так как в объектив попадает только часть его мордочки. В комментариях под роликами некоторые подписчики выражают обеспокоенность как о состоянии самого Максвелла, так и о безопасности других кошек. Часть пользователей сомневается, что питомец действительно существует. Есть те, кто считает, что драки и столь агрессивное поведение не могут остаться без внимания заботливого владельца животного.